И Вера, галифе, если у нас, последний вопрос был, Верочка, если у нас у фигурки плоские ягодицы, выступающий живот и галифе, то есть низкий уровень бедер, где снимать мерку полуобхвата бедра для брюк? Любая мерка полуобхвата бедра снимается по самому широкому участку нашей фигуры. То есть нужно опустить сантиметровую ленточку так, чтобы вы захватили вот эти вот широкие бедра в нижней нашей части. И когда вы захватите, ленточка идет все равно параллельно полу, так как есть выступ живота, вы берете линеечку, от животика устанавливаете ее. Вот постараюсь нарисовать сейчас так. Ягодицы плоские у нас сзади, да? Но есть выступ животика. Так вот как-то я нарисую. Вот такая фигурка у нас, да? Выступ живота, плоские ягодицы, и вот здесь, вот в этом месте у нас еще есть вторые бедра. Тогда надо измерять вот таким образом. Вот здесь стоит линеечка, и линия бедер спускается как можно ниже, стараясь захватить вот эти вот вторые бедра, да? И проходит параллельно при этом полу. А линеечка отодвигает нашу линию, сантиметровую ленту, именно на выступ животика отодвигает. Ну, если нарисовать это сбоку, так, сейчас попробую нарисовать так, как у нас получится, вот, то она должна выглядеть все равно примерно вот таким вот образом, чтобы вы захватывали самую широкую часть. Иначе брючки будут построены неверно.